прекрасный приз, немножко взволнован. Можно сказать много слов благодарности. Я должен сказать, в первую очередь, конечно, своему отцу, который дал мне возможность получить вот этот вот очень богатый опыт, своим сотрудникам, которые сделали вот эту прекрасную работу вместе со мной. Можно сказать, что я не зря провел 10 лет в ссылке в Германии, да, и могу теперь с собой взять вот этот вот прекрасный приз. Но если серьезно, я считаю, что вот наш бизнес, наша семья является таким прекрасным примером немецко-русской дружбы. У меня в 90-х годах отец сыграл очень важную роль для успеха компании Knauf. Это один из самых крупнейших инвесторов в России, немецких компаний, которые построили много предприятий здесь, создали много рабочих мест. Вот. Ну и у нас тоже получилось оплатить, можно сказать, и вывести практически обанкротившую компанию в 2005 году, вывести ее, ну, скажем так, из кризиса, сделать из нее успешную развивающуюся компанию. Так что, я думаю, вот мы говорили о тяжелой политической ситуации. Я думаю, нужно меньше слушать политиков, нам, бизнесменам, брать быка за рога, вот, инвестировать в экономике наших стран, тогда все будет прекрасно. Спасибо.